Сегодня 6 сентября 2015 года. В настоящий момент мы находимся в парничке с огурцами. Вот, сезон уже заканчивается. Вот, и как мы видим, у нас огурчики заболели. Вот, одна из причин, то, что огурцы были посажены на постоянное место, где очень много времени садили одни и те же культуры. То есть томаты и огурцы. То есть со временем болячки накапливаются и растения заболевают. В завершении сезона я решила провести опыт. Одну грядку я пролила водой, другую грядку я подкормила конским навозом «Сияние» и «НВ-101». Кроме корневого полива, я еще использовала внекорневой полив, то есть опрыскивала листву биококтейлем. И в дальнейшем посмотрим, как на растение отразится биококтейль. И мы посмотрим, насколько можно продлить жизнь растению и какое растение даст больше всего результатов, то есть уже в конце сезона. На сегодняшний день у нас результаты такие. После подкормки конским навозом и сиянием с НВ-101 кусты справа более зеленого цвета и есть, конечно, увядание, но не такое значительное, как на других кустах. Вот это у нас получается растение с левой стороны, где мы не использовали подкормку и не использовали опрыскивание биококтейля. То есть увядание идет значительно быстрее. Сегодня 15 сентября, уже начинаются заморозки, поэтому мы заканчиваем наш эксперимент по огурцам. Результаты испытаний показали, что те растения, которые мы подкармливали конским навозом, сиянием и НВ-101, а также опрыскивали биококтейлем, оказались более стойкие при понижающихся температурах. У них листва сохраняет зеленый цвет, хоть и есть признаки увядания. Более активно идет зависть новых плодов, вот, и плоды формируются, много цветов. А те растения, которые мы не подкармливали конским навозом, сиянием НВ, а также не опрыскивали биококтейлем, как правило, то есть все завязи замерзают. То есть данное растение без подкормки оказывается более слабой при понижающихся температурах. Поэтому уверенно можно сказать, что активные подкормки до самого окончания плодоношения и опрыскивание биококтейлем продлевают жизнь, усиливают иммунитет растений, и такие растения более устойчивы и выносливы в суровых условиях. Thank you.